Друзья, привет! Сегодня я со своими родственниками иду отдыхать в огромный центр, торговый центр Лавина Молл. Мы там будем развлекаться, кататься на разных аттракционах, на горках, ходить по магазинам. Короче, оставайтесь с нами, и вы увидите все дальше. Погнали! Сначала пойдем, наверное, на американские горки с Олегом и с папой. Ну и может кто-то из девочек пойдет, это не точно. А потом на все остальное. Да? Что? Да? Нет, ну не хочешь, ну тогда все, тебе сюда нельзя. Он не захотел, я предлагал. Вторая попытка, да? Нет, я сейчас хотел покататься с тобой. Серьезно. Саша, ты там был? Я там два раза был. Саша вот снимает себе влог. Да. Короче, мы тут все с камерами сейчас что-то снимаем. Кстати, это видео я записываю не на камеру, ну как, на камеру, на телефоне своем, новом. Сегодня у моей крестной тети Оли день рождения. Поздравляем все ее. Спасибо. У нее тоже есть свой канал на YouTube. Все подписываемся, ставим лайки и комментируем. Трэш. Мы сейчас, короче, идем на американскую горку. Я покажу им стрёмно. Главное успеть. Да, мы успели. Да, все. В конце наши места. Короче, на первую поездку мы не успели. Там уже осталось только два места. И то нам в конце. Нам нужно три. Да, чтобы еще бабы поехали. Ждем 10-15 минут, и потом мы поедем. Сейчас мы идем на американскую горку. Были на американских горках, вот эти мы съехали с них, покатались на них. Короче, есть один резкий спуск, который меня серьезно, я там очень сильно боялся. Олег тоже? Да. Он вообще, смотрите, я ему сказал, там не стрёмно. Он поехал, короче, и теперь мне не доверяет. А сейчас мы идем на самолеты, там тоже полетаем со скоростью света. Не, ну вообще круто. Да, как тебе ощущения твои, давай? Во, адреналина просто. Но очень жаль, что секунд 20-30 едет эта американская горка и все. Это, боже, я чуть не упал. Просто. Во. Друзья, заказали мы себе мороженое. Я пломбир с разными наливками, Олег лимонные тоже с наливками. Перекусим, а потом уже пойдем на самолеты.
Обалденно круто, адреналин зашкаливает. Просто! Просто жесть. Круто, очень. Такое, нормально же. Советую всем, кто будет здесь, покататься на вот этих самолетах. Так, друзья, сейчас мы будем в виртуальной реальности. Вот такие у нас куполы. Одеваем шлем. Одеваем шлем. Ты на качелю? Да, ручки есть, все есть. Ты куда, тоже качеля? Да. Ты уже сам начал? Да. Закачался даже, но мне понравилось. Есть вентиляторы, которые на тебя дуют, и очень реалистично держишься. Очень круто, мне понравилось. Пару умных слов. Все? И да. Все, если тебе скучно. Друзья, мы уже накатались на горках, сейчас пришли немножко перекусим и пойдем дальше кататься. Саня, здрасте. Здрасте, как тебе кофта? Четкая кофта. Да, кофта четкая, мне нравится. Что там вообще? Топ. Друзья, мой день уже подходит к концу. Уже 11 часов вечера. Мы сейчас все едем домой. Мы накатались на аттракционах. Походили в магазины, я уже замерз чуть-чуть. Да, кому понравился видос, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, свои идеи, какие вы хотите увидеть видео на моем канале. И всем пока, народ, до новых встреч!